Поздравим с победой! Солигорские интеллектуалы в очередной раз громко заявили о себе и принесли в копилку достижений города новую победу. Солигорская сборная выступает на разных площадках и уже много раз показывала высокий результат. Республиканский фестиваль интеллектуальных игр среди школьников Нестерка прошел в этот раз в Минске. И наша команда New Total отлично проявила себя. Хороший уровень подготовки и правильная тактика тренера позволили побороться за призовые места. В конкурсах «Медиа-азбука» и «Медиа-азбука» Шкатулка ребята заняли второе место. В брейн-ринге стали третьими. К слову, борьба за первые места была непростой. В фестивале приняли участие 16 городов, всего 32 команды-участницы. Однако, несмотря на жесткую конкуренцию, солигорская команда одержала победу и по итогам фестиваля заняла второе место в общем зачете.